Привитяны громаны, романы громан у аппарата. И спустя месяц после выхода обновления в Russian Raider Online я наконец-то решился снять обзор на это обновление. И почему же так долго не выходило видео, спросите вы? А потому что мне реально было лень снимать. Да-да, даже любимое дело может рано или поздно надоесть. Так вот, добавили две новые машины, а именно Lada Granta и УАЗ Буханка. Новые декали и винилы для рисования, а также новые пункты в репутации. Начнем, пожалуй, с репутации. Что там у нас нового добавили? Конечно, я могу что-то не помнить. Давно не заходил в эту игру, но, по-моему, добавили нового. Это рэпчик при входе. Вау, для этого нужно специально играть днем и ночью, потому что каждые два дня репутация снимается на одно очко. И вот так вот сделано, чтобы ты каждый день задротил в эту игру. Какая-то лезгинка при входе, чтобы это не значило. Ничего не понял. Да и неинтересно. Как бы мне Рашка уже давно надоела. Просто я думаю, нужно же что-то еще снять, кроме Motor Depot, там Madout. Теперь перейдем к машинкам. Буханка, господи, прости. Я думаю, теперь можно сюда и ЗИЛ 130 добавить по приколу. И ПАЗ 3205. Вот чисто по фану, потому что на нем ты никак не выиграешь практически никого. Ну, можно, правда, добавить какие-то еще профессии для данных автомобилей. Как вот, например, Шаха может перевозить картошку. За это тоже мы получаем бабосики. Дальше у нас идет скин аварийной помощи. Аварийная газовая служба. Вот если бы добавить какое-то РП тоже в ночном городе, как вот... Там Шаха может перевозить картошку, так мы, к примеру, приезжать к какому-то дому, и там на маркер какой-то красный, и вот, типа, все, получили деньги. Интересно вот, можно ли с этим скином выезжать на режим погони, ловить преступников, хотя это выглядело бы очень смешно и забавно. Этот скин, насколько я знаю, позаимствован с канала Илинг Шоу, у них там был что-то подобный проект, целых 25... Поршни стоит вот это вот чудо. Для каких-то гномиков посмотрите только на его крышу. Далее идет скин оффроуд. Вот это махина. Вот это на такое и нужно ездить на природу и рекламировать в рекламе. Помню рекламу Нива Тревел, ее высмеивал также Марат Борода. Типа на Ниве Тревел там в путешествие. Вот реально настоящий автомобиль для семейных путешествий. Теперь приступаем к Lada Granta. Вот, я ее покрасил цвет говна. В принципе, какой автомобиль, такой цвет. Но если без шуток, то этот цвет называется кориандр. И, как по мне, он очень ей идет. Дальше идет спорт-версия. Что-то такого спортивного. Две декоративные трубы. Декоративные, не больше. И это что за накладка на багажник? Типа спойлер? О боже. Дальше идет в силе Бупан, скин называется низкая. Да не низкая, а опущенная, о боже. Вы бы еще больше сделали надпись Лада на багажнике. Посмотрите на вот эти вот огромные расширения для арок. Реально колхоз. О, еще одна Лада Спорт, только уже называется скин Гонка. Да, от гонки там опять-таки всего лишь название и вот такой вот внешний вид. Под капотом там, думаю, обычный грантовский движок. Еще сейчас посмотрим на какие-то новые винилы. Добавили декали. Да, какие-то добавили новые декали. Потом еще винилы, типа мемы. Сколько же их тут? Мы вниз когда-нибудь долистаем. А, вот, ух. А, 50 тысяч монет. О, вот это уже по-нашему, а не за поршни. Вот это реально уважуха разработчику. Да, тут походу, я думал, наклейка сначала 50 тысяч. Не, это весь комплект. Круто. Дальше у нас идут стикеры. Опять-таки, я так правильно, надеюсь, понимаю, весь этот набор уже стоит 10 поршней. Тоже, в принципе, небольшая цена для всего набора. И мемы, которые можно, в принципе, с интернета скачать бесплатно и налепить на свою ласточку. Как я вот сделал с этой четверкой. А теперь можно и на режимы попозориться. Конечно, по фану можно так вот поездить. Я сейчас играю не на победу, естественно. Просто нужно записать обзор, и я закину эту игру опять на
несколько долбанных месяцев или может даже лет, пока нам не добавят нормальное обновление. Вот, кстати, на вот этой вот буханке Линга. Мы в дерьме! Ассистент почти тазовод, я его попросил по-братски помочь мне снять видосик, а то мне самому скучно среди кучи левых игроков. Зная его, он очень долго ждал этот скин в этой игре. И наконец-то его мечта сбылась. Мне лично пофиг было на этот скин. Как бы ноль эмоций, в принципе-то. Еще и за такое отдавать 25 поршней. Ну просто трэш на колесах. Кого я вообще пробую догнать? Ладно, авось повезет, вдруг он затупит. Или может пинг сработает как-то на мою пользу. Ну, моя главная задача была затестить просто управляемость автомобиля. Она просто здесь ужасная. Я предлагаю вам больше не смотреть вот эту вот жалкую попытку передать кому-то бомбу. И отправиться на тест-драйв Гранты. Но сначала покажу вам этот моментик передачи бомбы. Считаю, было очень красиво. На Гранте такой кайф сразу после буханки. На ней намного легче, я чувствую. Мы передадим кому-то бомбу. Ну, на шахе. Ну ты попал. Бомба теперь у почти-то завода. Он все никак не наиграет на своей буханочке. Интересно, он ее прокачивает? На буханке я бы так уже давно перевернулся. Да блин, что же я его ник не увидел? Таз, прости. Но бомбу зато ему не передали, а то в первой катке он меня подставил. Я не мог просто отъехать быстро от того, кто ко мне приближался с бомбой. А, нет, смотрите, повезло, повезло. А теперь попробую на буханке сюда заедь. Победа в моем кармане. Сколько можно, блядь? Сколько можно? Ну неужели это так сложно пофиксить разработчику? Ладно, не судьба, значит, выиграть. Не судьба мне вообще играть в это говнище. Поэтому спасибо, что досмотрели этот видос. Пишите в комментариях, как вам это обновление. Как по мне, за такой большой промежуток времени можно было добавить больше всего. Вам огромный респектос, и с вами я прощаюсь, и говорю вам огромный дасвидос.